перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Поняли приколюху, да, пацаны? Оказывается, это было с другого аккаунта. Думаю, что за фигня? What the fuck? Все нормально. Салам в Москву. Да, потихонечку, потихонечку. Салам, всем махаю, пацаны. Здорово. Марти Ди Ти Вай хочет поучаствовать в моей трансляции. Лучи гейнг, нахуй это все. Такс. Саламуля, пацаны. Че, давайте о чем-нибудь интересном поговорим. Давно трансляции не было. Оу, брат, я бахуй. Чумако, салам алейкум, куксерек, приветики. Слам, чё там по пиздатой прическе? Братан, ничего. Пацанай. Салам алейкум. Всем привет, чуваки. Я, короче, вышел из дома сейчас. Иду на встречу с пацанами. Район встреч. Привет. Лил Остров. У вас там темно, да? У нас темно уже. Исламчик, привет, привет. И от Тани. Куда топаешь? Привет. Я иду с чуваками встретиться. Мы сегодня будем записывать заявку на 140 BPM Cup. Второй будет записывать заявку в Lat Next. AKA BLVD Next, AKA Boulevard Next, блять. Я ему говорил насчет его никнейма. Как вы считаете, какая нормальная рэп-кличка для батл рэперов? BLVD Next или Boulevard Next? Бля, натянул кепку на эти волосы, пиздец, мне комфортно. Сори за мат. Так, коксерек вот это надо заблокировать. Это прическа. Да ништяк. И зашквар, исла, как там в НСК. Да я толком там ничего не поделал, не потусовался, город там. Город я до этого смотрел. В принципе, в Москве хорошо, погода нормальная. Я приехал, правда, дождь был. Вот, потом нормализовалось, я в футболочке там двигался. Next для меня значит очередной. Так, пусть оставит такую, какая была на батле с тобой. Так, а вот на батле со мной что у него было? Влад Next, да, вроде? Салам. Блин, тоже надо заявку писать. Пишите заявки, пацаны, штурмуйте этот проект. Может быть, встретимся там, если я пройду. Что маловероятно. Так, вас так. Да, вас то нет. Дела нормально, хорошо все. Недавно, короче, мы отмечали день рождения BLVD Next, и там жарили шашлыки. Немножко траванулись все.
сейчас отлежался, нормально, вроде бы более-менее. Вот с того момента первый раз на улицу выхожу. Ты гостишь? Ну, вопрос к цене, братан. Так, надеюсь, ты пройдешь, рыжий обещал. А что он обещал? Ты в ЯНУ учился, да? Тебя взяли на 140. Это, если это утверждение, то это неправда. Так, ислам, салам казахам от казаха с МСК. Чё так быстро уехал? Ну, чувак, не знаю, что мне там делать. Мероприятие прошло, я выступил и сразу свалил. Так, сошел. Лиз, пушите, нет. Кстати, когда батл выйдет? Батл выйдет, скорее всего... Скорее всего, батл выйдет вторым. Первым выйдет их финал, вторым, возможно, наш батл. Скорее всего, мы с Квидом поговорили. Вот, он хотел так сделать. Сейчас не знаю, может быть, что-то поменилось. Злые голуби после этого не думали сменить название на... Так, Чейни, ты где? Я в Астане. Чейни более чем отлично отреагировал. На что более чем отлично отреагировал? На заявку нашу? Насчет нашей заявки, как бы, я сразу не переживал, то, что мы сделали ее под готовый сведенный трек, потому что я заранее поинтересовался. Написал Чейни, типа, можно сделать заявку на трек и, возможно, для монтаж. Он сказал, да, без проблем. Я, ну все, в условиях тоже я не увидел того, что нужно было лайвом, они нигде не подчеркивали это. Поэтому так. Так, где именно я? Вот в дом вышел. Команда Смоки Мо или Мирон? Бля, ну по видосику, я, короче, посмотрел два видосика. Мне понравился момент, когда у Смоки они записывали диск, было прикольно. Там Майлз мне понравился. Кстати, с Майлзом я лично познакомился в Москве. Хороший такой паренек. Пиздец маленький. На вид ему лет, наверное, 14-15. Не знаю, сколько ему на самом деле. Вот. А у Оксимирона, конечно, был охуительный жест, когда они выходят из рюмочной и такие, хватит андеграунда, и все садятся в этот в лимузин. Ну, такой дешевенький понт, но все равно пацанам, наверное, простым приятно с провинции. Так, Исла, где Луни? Луни в Павлодаре, кажется. Так, опа. Чуть только что человека не убили. Айдасен, брат, ты штумен виден. Встречера Баражатерман. Очень жаль, что ты сделал со знаком, а не с Луни. Да ну ты брось, ты чё, ё-моё, не надо так говорить. Чувак, ты пожалеешь об этом. Ты пожалеешь об этом, бро. Кто так говорил? Ты пожалеешь об этом, бро. Кто отгадает, кто так сказал? Ты пожалеешь об этом, бро. Вот красавчик. О, Селиванов. Салам алейкум, райтраун. Тил, салют. Когда батл, где 8 барс? Батл, короче, нам известно, когда у нас батл нарвать на битах, но я не могу говорить, потому что чей не сказал не говорить. Логично, да? Так. Да, порч, красавчик. Это сказал Ага, когда хотел идти в Фидель. Да, райтраун также... шутит про Фиделио. Братан, забудь это дерьмо. Кстати, бля, расскажи в трех словах, что ты имеешь право говорить. Что там с Фиделио вообще? Пацаны просто смотрят, интересуются. Я своим участием привлек аудиторию с Казахстана. Вашу заявку нарвать на битах приняли. Заявку-то приняли, но дальше взять? Дальше взяли. Так, что не стеснись? Гуляю, братан. Сейчас с пацанами встретиться, мы должны на встрече, короче, там Владик будет заявку на 140 BPM записывать. Вот. А с кем батлить будете? С кем батлить будем, скоро будет афиша, вы охуеете просто от того, с кем мы будем батлить, когда будем батлить. Короче, и от самого батла вы охуеете. О мертвом либо хорошо, либо ничего. Я понял, мы с Труфриком общались. Такс.
Чуваки, у меня, короче, ничего нету на экране. Мне только что Влад позвонил и прервал трансляцию. Давайте я перезапущу. Вот этот бульвар Некстер, что позвонил и трансляцию мою прервал. Дудосер, сука. Сори, чуваки, это у меня что-то погнал. Салам. Так, на чем мы там остановились? А, знак мы... Вот, я уже подхожу к встрече. Встреча же есть Аблайхана, улица, где Гульжан, вот. Мы там договорились встретиться. Кана там живет. Короче, возле Каны дома. О, Мирам, салам алейкум, братан. Бульвард Некст, БЛВД. Что такое? Слышь, был. Это так со мной не разговаривал у меня на трансляции, братишка. Я и выстегнуть могу. Салам, Мирам, халасин, братан. Че вообще, че нового? Со связью, Рама, у тебя. Разъебал пса. Ну, короче, бля, с псаем я выступил, наверное, из 100%. По моей подготовке в плане там качественного исполнения текста, наверное, на 70-80, потому что я, короче, там качнулся от своих куплетов сам. Чуть не кончил, короче. Вот, и немножечко подзадохнулся, короче, и по качеству это. Но было вайбово, было круто. Пса, к сожалению, ни одного панча я не услышал лайвом, потому что звук был, как по мне, для пса и не очень. Меня, говорят, было слышно хорошо. Вот. Ну, короче, видео выйдет. Мне самому интересно, как там все прошло. Ну, судя по всему, нормально. Был хороший огненный. Так, шум что сделал? Занимался чем-нибудь? В смысле, полный вопрос, чувак, можно? Занимался чем-нибудь? Ну, типа, я много в жизни чем занимался. Нормально на работе. Понятно, братан. Шум что сделал? Шум. Выступал лайвом. Так, не успел спросить, от тебя ждать альбом. А, не, пока нет. Сейчас можно, но пока не планируется ничего. Я думаю, ты вайба больше сделал. Да, там был чисто такой вайб. Когда твой батл в YouTube выйдет? Да, звук почти у всех не очень был. Надеюсь, выйдет хорошо. А, ты был на батле? Say hello to Mad. Это что, Mad Mind ты, что ли? Еще раз нельзя махать. Если это Mad Mind, то, чувак, респект. Когда с Голкилой. Вот, Mad Mind, респект. Чувак вообще круто выступил. Против этого. Против Сина он сделал охуительный последний раунд. Ислам. На разных битах ты должен сделать на все 200. Да, братан. Сделаем. Ты сигареты куришь, кстати. Мальборо как-то не называется тачка, кажется, с двумя капсулами. Давай, солнышко. Ты Санжару и Кани идешь, да? Я имел в виду спортом. А, спортом, да, даже еще тот спортсмен, блядь. Ну, короче, если на самом деле там не угорать, то занимался раньше футболом. За город мы играли, за поселок точнее. Потом занимался, казахша-курец, короче, занимался, это борьба у нас. И занимался кёкушинкай карате, короче. Разъебёшь киргиза, да, изи вообще. Подсадил меня на мальборос, брат. Ты же Мирам бросал курить. Где ты работаешь? Я работаю, вот моя работа, чувак, ебалом светить. Кстати, вот сейчас иду, пацаны, возле общаги от Яну. 8-я, кажется. Ой, нет, 8-я, так. 4-я и 5-я общага. Я здесь, короче, жил, когда только перебрался в Астану, где-то лет 5 назад. Мы вот здесь выживали на 8-м этаже. Если янушники есть, они знают о чем. Ей, самбо, 5 лет, но сина все равно боюсь. Ну так, когда захочу, курю. Понятно, братан.
Ну, короче, я сам жду батл вот Mad Mind. Очень крутой батл был. И за него посмотрю. Потом мне понравился батл с той встречи, как сделал этот. Бля. Как его, блядь? Загубный Майк. Вообще круто сделал. И. Ну и финал был крутой. Ну так, крутой с одной стороны. Со второй, ну только так, средний был. Как с дредами? Да не, чувак, это не дреды, это косички. Салам из Семска, салам, Семск. В Семске ни разу не был. Надеюсь, то, что после турнира «Рвать на битах» мы вырастем как артисты и дадим тур, может быть, по городам Казахстана. Ну, в принципе, сейчас зовут в некоторые города, в два города меня уже звали. Но пока, я думаю, рано. Типа, а что, смысл приезжать в город там на 50, на 100 человек? Нужно уже сделать мощно и с твердым знаком потом по всему Казахстану. Соси кирпич, да-да-да. Не, еще было, кто не скачет, тот рус... А, тот хохол. Кто не скачет, тот хохол. Вот это было тоже прикольно. Хоть и банальненько так, но, блядь, в толпу зашло. Макс Кири, видно, левелап, он с публикой работает. Так, будешь пробовать себя в других стилях? Ну да, как бы для меня батл рэп именно это... Ну, как бы я кайфую от него, но все равно не планка. Надо как бы больше входить в треки, в творчество. По-любому будем писать, делать что-то, релизы, клипы. Евгений Лисица. О, мой одноклассник, салам алейкум. Нищему чату респект. Нищий чат, это чат с нищего хайпа. Будешь во втором капе 140 участвовать? Да, не знаю, еще не решил. На самом деле, сейчас иду, короче. И там Влад Next будет записывать заявку. Я не знаю, если сейчас попрет меня, пропрет, то прям сейчас запишу. У меня есть там всякие хуйни. Салам, Лиз, как дела? Когда сольник будешь мутить? Сольник, в смысле, полноценный? Там и пишку какую-нибудь, или альбом, да? Насчет этого не знаю. Ну, трек у меня висит один сольный, короче. Там надо битос переделать. Вот сейчас с Глори насчет этого двигаемся. Колян, салам алейкум. В августе 11-го прикатывай, бро, ничего не надо, сам главное будь. Братан, я не знаю, получится ли у меня или нет, но в Кустанае я буду точно 4-го, а 3-го или 2-го, вот в этих числах я точно буду в Кустанае. Ты же сейчас идешь заявку писать, не? Нет, сейчас мы идем заявку писать, Влад Next будет читать свой охуительный рэп. О, Мустафа Ахметчин, салам алейкум. Мусик, пусик. Если, Влад Next, Влад Next на трансляции, братан, скажи, где ты? Я потому что уже к встрече подхожу. А какая заявка РНБ тебе больше всего вкатила? Короче, мне понравилась заявка... вот этих чуваков, которые с Израиля, кажется, вот у них было, которых не взяли, потому что у них не было возможности. У них крутая заявка была, я ее прям на стриме посмотрел первый раз. И крутая заявка была у этого, блядь, загубного Майка, Майка Стикса с его корешем. Вообще классная заявка, мне понравилась. Ну и наша, естественно, наша и наших казахов, Тенца, молодого казаха. Самая худшая заявка. Так, мы купили апельсин. Что думаешь про вайп-хантер? Про вайп-хантера? Ничего не думаю. Охуительный пацанчик. В жизни с ним знаком. Ой, чуваки, мне надо тут ускориться чуть-чуть. Короче, вайп в жизни хороший пацанчик. Лайвом тоже охуенно батит. Но ему бы панчей поумнее, да и все, в принципе. А то у него текста поверхностные, по моему мнению. Ну так, респект. Так, ФБ4 смотришь. Короче, я батлы сам полностью не смотрел все. Но вот эти два выпуска, типа, встречаются командой. Я посмотрел, поугарал. Ну, больше всего угорел из-за команды голубей, бля. Так.
Че, домой идешь? Не, не домой. Только из дома вышел, на самом деле. Я повторяю, иду, короче, к пацанам. Мы сейчас будем записывать заявку. Владик будет записывать заявку. Мне кажется, странный будет сезон ФБ. Да, ну, как бы... Что-то мне напоминает гей-клаб немножечко. Какая-то хуета, вот это их закулисье они снимают. Они еще, наверное, будут ездить каждому в город, смотреть, как живет каждый исполнитель. Ой, каждый вот этот Battle MC, типа, его жизнь, как он просыпается, там, что его мотивирует. Если будет это, то это будет полная хуйня, короче, будет какое-то, типа, тough реалити-шоу, может быть, какое-то они сделают, как UFC делали. Ну, короче, не знаю, мне это не очень нравится, пока Влад сделал охуенный батл против Зевая. Да, хороший батл. Выпуск с Окси напомнил украинское шоу. Да. Пробовал биты делать. Да, пробовал. У ПМа лицо было типа, что я тут забыл. Да, согласен. Когда выйдет твой батл с цыганом? С цыганом батл выйдет, не знаю, через месяц-полтора, чувак. Чё, когда про ноунейма думаешь? Чё тогда про ноунейма думаешь? Ноунейм хороший исполнитель. Как батлит, ну, по батлу такое. Прикольные моменты. Как исполнитель он крутой. Треки, я его клип, два клипа я его видел. Очень качественно, мне понравилось. Красавчик. Он хорош, то что он, короче, воспользовался этой площадкой для привлечения аудитории и ушел туда, куда ему надо было уйти. Вот, так, заебал, зайди потом в директ, я по поводу ГОСТа. А, окей. На дреды, братан, как решил перейти? Да, чувак, это, блядь, косички, я вот их заплел. Я могу сейчас пойти, ну, вот я это на днях сделаю перед батлом, наверное, там. Просто уберу их, да и все, у меня будет та же притча. Я как бы ничего не теряю. Кажи, паст флоу. Ох, хотите кусок, короче, с батла против Псая? Могу сделать кусок против Псая. Или, блядь, не делать. Наверное, это не очень будет. Типа, батл скоро выйдет, а я тут сливаю. Так, Киргиза, разъебешь. Скоро, братуха, скоро. Все будет. Если чему-то суждено случиться, оно случится. Философ. Делай, фига у тебя дри-ды. Да, норм, тизер. Гоу. А чуваки, кстати, на слово Back to Beat же выходят тизеры. Тизер выйдет там, посмотрите. Я просто лайвом не умею. Так, с кем бы желал забатлить на битах? Блять, прям желал, такого нету. Не знаю, на тот момент, когда я был хуем, короче, неизвестным, я смотрел батл, типа, думаю, блядь, я бы этого разъебал, с этим бы вышел, короче, у меня прям было желание. А сейчас не знаю. Сейчас такого нету, рвения, короче. Сейчас я уже больше думаю, как грамотно с кем-то забатлить, типа, с кем мне нужно. Вот, сори. Ну, короче, это такая хуйня, типа, если бы оказались на моем месте, вы бы меня поняли. Единственные батлы, которые бы я хотел сделать, я бы хотел сейчас с GoKill'ой забатлить. Ну, типа, решить уже всю эту хуйню. Почему Луни Бэнк отказался? Не знаю, вопрос к нему. Вот, с GoKill'ой бы хотел бы забатлить. И что-нибудь на Версусе сделать. Там с Муфасой, наверное. Мне нравится, как делает Муфас. Или с Драго. Было бы круто. Да и все. Короче, чуваки, ладно, я дошел до пункта назначения. Давайте будем прощаться. Ахмед всем, кто был. Давайте удачи. Берегите себя, берегите деньги.
соревновать на битах, пойдешь против Гоу Пилы, разъеби. Все, окей, братан.